Привет, шкодоводы. Сегодня прием про такую функцию, как скриншот. Для чего она нужна? На вашей магнитоле, ну, у меня Болеро, у вас уже у новых машин это называется Свинг, ну и любом другом медийном устройстве от Шкоды, от Вага, может делать скриншот. Для чего он нужен? Например, вы решили отправить мне показания своего расхода, какие вы хорошие, как мало машины кушают. Как это сделать? Нажимаем вторую кнопочку, рычажок. Слышали, тын-тын, сфотографировали. Но, скажете, баловство, скажу нет. Например, у вас камеры в круг стоят, или сзади у вас камера. Вы захотели сделать фотографию какого-либо события, устройства там, или номер машины. У вас стоят HD-камеры, качество будет шикарное. Что делаем? Вы просто, например, выбираете камеру, большое изображение камеры, и хоп, сфоткали. Где все это лежит? Все это лежит... Давай картинку еще сфоткаем, да? Все это лежит у нас на флешке. Ну, тут уже у меня скриншоты вылезли. Вот, открываем карту, крутим ваш медийный список. Вот ваши скриншоты. Видите, скриншот, медиа, компрессинг, аудио, мейн. Он даже пишет, что он фотографировал. Интересно. Видите, вот они все наши. Можно увеличить, можно повернуть. Можно уменьшить. Можно просто так пролистать. Тынк, тынк. И, ну, я тут уже много нафоткал. Одно и то же, конечно. Можно меню сделать, пролистать как слайд-шоу. Вот такая полезная функция. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Будем дальше изучать нашу Шкоду. Кто что еще знает новое, пишите. Будем рассказывать. До свидания.